побегом, я пытаюсь привлечь внимание к сбору средств для трех детей. Это Настя, Тимур и Вадим. Эти дети – подопечный фонд Александра Киржакова. И чтобы они смогли сделать первые шаги в жизни, им необходимо пройти специальную реабилитацию, стоимость которой более 2 миллионов рублей. К сожалению, у меня таких денег нет и в ближайшее время не появится. Но у меня есть шанс привлечь внимание именно пробегом. В России очень много добрых людей, и когда я проходил по разным местам, пробегал, рассказывал про эту историю, про забег, про детей, мне правда очень многие помогали. Бесплатно кормили, бесплатно давали ночевки, в чем-то еще помогали, вещами какими-то. Встаю в 6 утра, час у меня на сборы, и уже через час выбегаю на шоссе. Там, в принципе, не очень уютно, прямо скажем. Там пыльно, шумно, грязно, много машин, опасно, в конце концов. Мне периодически пишут родители тех детей, для которых я бегу. Они меня стараются поддерживать. Помогает и поддерживает то, что я стараюсь периодически выходить в интернет, вести прямые трансляции. И мне пишут позитивные комментарии, меня поддерживают. Поддерживает наш пробег, и самое главное, меня поддерживает то, что переводит деньги детям. То есть я каждый день захожу в интернет, проверяю счета детей, отчеты, у нас публичные отчеты в группе, и вот это меня поддерживает, что это не бессмысленно.